tudo ou nada numa nova abordagem para tentar contrariar a seta. Mas depois, quando o Varane se lesionou, o Solskjaer lançou Greenwood. Сегодня самое главное – это грамотно защищаться и не позволить Сити. Квалифицированный игрок Поль Погба пропускает матч у хозяев, у гостей не... Обе команды были очень плохи на мяче, и с Аталантой это тоже все свелось к тому, что... В команду Легунера Сульшера сегодня тоже может иметь очень важное значение, потому что занять концентрацию. Криштиану Роналду регулярно принимал участие в Манчестере. Криштиану Роналду и 9 голов у Джейми Варди. Понятно, что на команды на матч – это еще одна потеря. Ули Гуннера Сульшера, помимо Габи Жезус, Хосеп Гвардиола, главный тренер команды, проведшего наибольшее количество матчей в этом турнире. Вот так вот Давида Иваногова, футболиста на правом фланге, Правоногова на левом. Посмотрим первую минуту. Исток, еще пара комментариев по поводу составов. Эрик Баи сегодня играет. Да, мне кажется, что скорее наличие Магуайра здоров, и можно его использовать, как особенно, когда Магуайр настолько не в форме. Арского чемпионата. Ну а после этого начнется 186-е в истории. Сити в синем, Манчестер красно-белый. Здесь без сюрпризов. Училось, Де Брюйне играет вперед. Бернардо Силва с мячом штрафной соперника. Он под левой ногой и удар наносит Бернардо Силва. Вот первый дом. Кто, если не он, должен спасти Ули Гуннера? Естественно, пошли вперед защитники. Все трое. И Магуайр наносит удар. Летит мяч рядом с воротами Эдерсона. Если не ошибаюсь, Даган, по-моему, уже минуту тусовался, извиняюсь, в штрафной Юнайтед. Опа! Здесь мяч срезает свои ворота. Эрик Баи. 6 минут 40 секунд провел он в этом розыгрыше АПЛ на поле. И все это заканчивается автоголом. Как же не повезло. Вот так вот вторая волна. Пойти отвечать сразу же ударом на удар. Фантастическая мобильность, потому что сейчас Гюндоган прессинговал до вратаря, до этого здесь несколько... Пол, здесь мяч перехвачен, Фред, два соперника против него, все-таки Гвардиола. Де Брюйне, есть движение партнеров штрафного, один из них это Фил Фоден, как раз на его рывок и реагировал Кевин. Нарушение, задевает ногу налево, Жоао Канцело, Фил Фоден. Ворот либо к воротам, очевидно. Скорее всего, на дальнюю штангу. Крутит. Мяч бы уходил за пределы поля. Фоден против Аарона Ван Бисаки. Просто мяч как будто сам возвращается к игрокам Сити. Да, есть как минимум один футболист Сити, который свободен. Де Брюйне. Дальше штрафную. И извиняется. Фил Фоден не побежавший. Сейчас выбили, но заканчивается одинаково. Магуайр под давлением просто выносит на чужую. Оказывается, на углу штрафной. Выкатывает передачу на Гюндогана. Рикошет. И... Ну, пожалуй, то есть не то, чтобы играть более рисково. Фил Фоден, подача с левой ноги. Пробит. Гюндоган. Тот отдает направо. Аарон Ван Бисака. Штрафной тоже немало партнеров. Даша забегает по левому флангу. Люк Шоу. Подача штрафной. Роналду удар. Справляется Эдерсон. И, ну, на самом деле, мне кажется, достаточно тяжело было Мейсону Гринвуду за, не знаю... Комбинированно держит эту позицию, высоко напрягая защитника. В расчете, что один раз, ну, может, и повезет. И один раз оценит расположение партнеров, отдает передачу на Кевина Де Брюйна. Удар Жезус и Давид Де Хеа! Как в лучшие годы! Стандарт, даже дальний удар в этой ситуации может быть полезен, просто чтобы... Еще одна попытка. Канцело отдает Филу Фодену. Фоден в ходе штрафную простреливает. И чуть было дело вторым. Автоголом не закончилось. Здесь Бернардо Силва. Пас. Штрафную там был один. Есть на кого сыграть. Де Брюйне рядом. Еще три партнера в пределах штрафной. Де Брюйне удар. И здесь тоже Давид Де Хеа спасает. Здесь было. Ну и Гюндоган, конечно, прекрасно. Ну, как можно говорить, что... Здесь еще одна подача. Четвертая глава Манчестер Сити. Удар. Разыграли мяч. Гюндоган и Фил Фоден. О, хороший футбол, да. Жоао Канцело разглядел Илкая Гюндогана. Дальше. Рияд Марес и Рахим Стерлинг. А по центру открывается. Справа Роналду проходит передача. Момент, может быть, у хозяев бьет сам Роналду. Справляется Эдерсон. Не основной вариант передачи для Рубина Деша в первом тайме. Сыграть налево на Жоао Канцело. Его можно достаточно легко обыграть один в один. Фоден. Подача. Канцело. Подача штрафную. Ну и здесь. 2-0. 2-0. Не все поняли, что мяч оказывается в воротах. Не дошло это моментально до Давида Де Хеа, до болельщиков, до зрителей. Но по факту это гол. Бернардо Силва замыкает передачу Жоао Канцело.
Манчестер Юнайтед. Они замерли в ожидании. Ну, а вам это, наверное, все-таки нужно прессинговать. Нужно намного больше и качественнее. Слева Шоу, справа Ван Бисака. Мактомина и Фред в опорной зоне. Брут. Вот теперь это вопрос уже абсолютно критически. Надеяться на гол таким ребятам, как Магуайр и Линделев. Подача. До карточек пока никто из игроков не добирался. И, наверное, к счастью, Грин. Вот, а вот здесь. А вот здесь и будет первый. После пасу Люка Шоу. А Шоу зараз передача. Далее зіграв на Філа Фоудена. На Ілкая переводить Фоуден. Простріль. Фред. Фернандеш. Використовувало у першій половині. Зараз Бернард зараз у МЮ. Так, якщо порівнювати з першим таймом, але третє попередження у Бернарда. Говорить наблизитися. Грінвуд тягне у центр, пробиває здалеку, але повз ворота летить м'яч. Знову Фоуд. Передача перед штрафним майданчиком. Магуайр віддає головою передачу. Калвока. Гості особливо не наполягали на тому, щоб забивати. Виходить Маркус Рашфорд. Магуайр. Фред. Родрі. І далі продовжує боротьбу, але полетів м'яч на Мактоміне. І арбітер зупинив. Кріштіано. Гюндоган. Сіті. Родрі. Зі штрафного подачі у Сіті було офсайду. Пас на дальню штангу. Телес проти Жилуса. І Дебройне з льоту б'є повз ворота. Він скидає на Дебройне. Той перевів одразу м'яч на Бернарду. Пасу це обігрує Філа Фоудена. Готує подачу до штрафного, але м'яч. Шанувальники Манчестер Юнайтед. Зус блокує цей пас у співвітчизник. Діаш був на шляху м'яча. І знову він вибив. Знову перехопили господарі поля Фернанд. І кілька днів тому на останніх хвилинах Пелеса. Зараз перехоплює пас Ван Дебека. І вже Дебрюйне зіграв на Фоудена. Удар! М'яч летить повз ворота. І може навіть штангу він зачепив. Мови про відсутність форварда, якого ніби ж теж не було. Тягнувся Канцело, переводить на Дебрюйне. Виконує подачу. Родрі відскакує м'яч. Стоунс! Повз ворота пробиває Джон. Канцело і...